Друзья, я хочу вас познакомить с сортом, который, я так думаю, никто еще из вас не видел. Этот сорт называется «Металлика», и пришел он к нам из питомника в Рено. А вот как бы нам питомник тоже предлагал по нему запустить такую же программу, как бы дать имя, запустить по стране, но мне так понравилось это рабочее название «Металлика». Я не знаю, как автор будет его регистрировать, оставит это имя. Я ему его просила очень, оставь это имя, потому что как никакое другое, оно ему очень подходит. Значит, что из себя представляет этот сорт? Куст молодой, поэтому полную красу мы еще сегодня не увидим, но тем не менее это трехлетний куст. Но мы уже за ним в питомнике наблюдаем. Вот это будет четвертый сезон. 2 года он у нас сидел в контейнере. И вот в прошлом году мы его позапрошлом высадили. Вот он сейчас набирает силу. Но у него гигантские соцветия, и вы это прекрасно видите. Огромные-огромные цветки. У него присутствуют, конечно, немножечко фертильных, но они здесь все внутри. И вот эти гигантские цветки. Познакомить с очаровательными хозяйками этих садовых центров. И они представятся сами. Елена. Елена Бойко, Гренландия, город Барнаул. Что у вас там? Садовые центры? Да, у нас садовые центры. Но под роликом мы дадим ссылку на ваш аккаунт и на ваш сайт. И другая Елена, видите, у меня сколько будет замечательных желаний. Елена из города Омска, давайте вы про себя скажите. Елена Иматаева, город Омск, садовый центр «Живой сад». Тоже ссылочку на их аккаунты мы дадим под этим видео. Вот имейте в виду. Добро пожаловать. Тут то, что в земле, здесь-то, конечно, они красоточки пышные. Ну вот, в контейнерах все-таки несколько по-другому. Алики и та-та-дам. Посмотрите. Вот соцветие. Не знаю, видно, нет. Я не знаю, сколько это сантиметров. 60. То есть, я не знаю, это, наверное, рекордсмен. Мне соцветие, наверное, по колено. Нет, ну поменьше, но все равно. Вот, конечно, взрослые кусты. Вот, конечно, место, где ей хорошо. Наблюдаем начало цветения металлики. Хочу показать, видите, соцветие. Так вот где-то сейчас уже здесь 52 сантиметра мы замеряли. И ощущение, что он вообще состоит из одних соцветий. Да? Сейчас лист очень крупный, но из-за соцветий его практически не видно. И еще, находясь в полураспуске, очень быстро-быстро идет порозовение. В начале цветки такого лаймового оттенка. Каждый цветок огромного тоже размера. Вот такой вот небольшой кустик. Но даже мне нет возможности вам передать его агабистус, потому что он состоит только из одних соцветий. Вот ожидаемая всеми вами новинка, сорт из питомника Рено, автор Жан Рено, который, я думаю, ворвется на наш рынок очень бурно в следующем году. А это сорт «Металлика». Вот так вот прощается с нашим летом.
Сейчас у нас почти середина октября, и вот так его метелки превращаются в сухоцветы. Посмотрите, мне кажется, в ближайшие годы это будет один из самых популярных сортов. Вот такой сорт металлика. По яркости, красоте, наверное, он затмит сегодня большинство сортов. Вот такие гигантские метелки. Видите, какая здесь была? 65 сантиметров. Даже верхушка сломалась. Не выдержала такой массы. Вот они какие. Огромные, яркие и красивые. Сорт металлика. Я думаю, что в следующем году будет очень продаваться на российском рынке. Красавчик.